Привет, друзья, с вами Маркович, мы продолжаем играть в Epic Chef. Ну что ж, друзья, нам с вами нужно зарабатывать престиж, 50 престижа нам с вами нужно. Сейчас у нас есть, к слову, 47, нам нужно еще 3 престижа наколотить. Я думаю, что займемся лигами, наверное, тогда попробуем поучаствовать в состязаниях там. У нас там и в Старом Порту здесь лига, да, и кулинариума лига, и еще и Нериска есть лига, которую мы с вами еще не начинали. Это можно, в принципе, будет туда тоже сбегать, посмотреть, что там можно будет ожидать от нее вообще. Ну, конечно же, заплатив денежки за то, чтобы была информация хоть какая-то, чтобы мы сами знали, какие ингредиенты лучше брать, какие лучше не брать. Также немножко побегал здесь по городу, пораздавал нужные вещи. Кстати, давайте-ка сейчас еще сюда, сейчас забежим к этому товарищу. По-моему, он уже может нас принять еще одно блюдо. Может быть, нет, сейчас посмотрим. Сейчас дадим ему. Так, та-та-та, вот я тебе принес, держи. Все, еще 1500 упало, спасибо большое. За какахи единорогов на маяке чувак тоже неплохо денег дает. Кстати говоря, по-моему, 6000 мне дал за 5 штук всего. Вот, так что тоже неплохо. Припас для скраба, еще есть немножко фруктов, но я уже недавно ее давал. Сейчас надо еще вечер будет подождать, поэтому, может быть, попозже к ней сходим. Давайте-ка зайдем в магазин, короче говоря, сейчас. К нашему другу, так сказать, Иисусу, вот. И я думаю, что-нибудь, может быть, улучшить. Так, мы... Да, боже, какая же здесь камера отвратительная. Мы можем улучшить... Чё? Коридор, судя по всему, да? Или спальню. Можем улучшить, и можем сами еще улучшить здесь гостиную. Так, ну давайте спальню хочу улучшить. Как-то будет стоить? 5000 всего, ну давайте, конечно, да. Отлично. Может быть, что-то еще с вами сейчас улучшим коридор, сколько будет стоить. Давайте посмотрим сразу. 15000 ядрит, у тебя на ценник есть, конечно. Ну давай, ладно, деньги все равно есть, как бы... Продано, замечательно. Ну и у нас с вами осталось 1000, я думаю, вряд ли мы с вами получим вот эту вот. Но, может быть, попозже сюда еще зайдем. Так, ладно, здесь побегали с вами. Давайте, давайте отправимся в Нериску лигу. Я вот не помню, у нас до какого дня действует. По-моему, до вторника, если там чисто по неделям именно. Потому что мы с вами платили 500 денег, за то, чтобы у нас была информация. Но, в любом случае, сейчас я сбегаю. Так, нам бы, знаешь, куда нам бы вот в Нериский район, пожалуйста. Давайте отправимся туда и, собственно, посмотрим, что там за лига. Что там, куда вообще, куда и как, и зачем, почему. Блин, по-прежнему, что ли, праздники всякие идут? Жесть. Ежедневные какие-то праздники. Так, а это выход. Этот выход нам не нужен. У нас тут тоже здесь есть что? Сундучок этот есть. Так, а что ты здесь делаешь? А, здесь эти штуки летают. Угу. Здесь и скрабы тусуются, что ли? Ой, скрабы, как не скрабы. Как тебя зовут? Господи, забыл уже. Поесть. А, не-не-не-не, не хочу время тратить, нет. Ладно, неважно. Фришка, да, ее зовут, которая наша помощница. Так, как же у вас здесь, блин, шумно. А вы продаете здесь эти штуки или нет? Видимо, не продают. Но вот туда, видимо, надо идти, нам с вами, судя по всему. Нам сейчас какую-то, наверное, лапку дадут или что-то типа того, я не знаю. Ну, типа, какой-то символ должны ждать. Или просто за 3... А, тут 3000, по-моему, стоит участие, да? Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Это мы с вами все видели уже. Сколько ты просишь? Давай уже к делу, пожалуйста. Да, 3000, но вот мы с вами деньги только что потратили. Ладно, 3000 не беда, мы сейчас заработаем, вернемся сюда и все-таки посмотрим, что же за лиг такая. Так, ну 6 вечера, сейчас мы с вами забежим тогда к скрабе, давайте, если она, конечно, захочет принять плоды, я надеюсь, что захочет, хотя я не помню, может быть, я как раз... Не, наверное, день назад побольше отдавал, но сейчас посмотрим. Сейчас разберемся. Да дайте пройти, пожалуйста. Так, скраб тебе не надо, случайная штука тех. Как поживаешь? Понятно. Не сейчас, видимо. Ну ладно. Можно их продать, в принципе. Ох, ё-моё, вот только посмотрите, какой у нас сами дом стал крутой, а. А давайте-ка наружу выйдем, мне кажется, он там тоже поменялся, не? Ну, дверь точно поменялась. Да, смотрите, какая красота, ё-моё. Починили этот дом. Офигеть. Интересно, а у этого железяки-каменюки там залатали сверху штуку? Не, так оставили. Ну ладно. Ну, выглядит хорошо, кстати говоря. Надеюсь, в дом ничего не прилетит, как наш ресторан, на который мы 50 тысяч потратили. Ой-ой-ой-ой. Так, ну ладно, хорошо, хорошо. Очень-очень-очень хорошо. Ну, здесь по-прежнему пока что все развалит. А сейчас спальня должна быть хорошая, да? Или нет? Ну ладно, давайте спать, короче. Ну что, мы на месте, давайте 3000 заплатим. Сейчас с собой у меня ничего нет, но я думаю, что вряд ли он прям начнет сразу какое-то состязание. Это было бы странно, он, скорее всего, нам что-то выдаст. Я думаю. Да, я хочу участвовать. Ага, отлично, вот твой, ну да, железный призыватель рыба. Хорошо, призыватель рыба. Да, какая глупость, со своими тысячелетними традициями они могли бы придумать что-нибудь получше, но поварам приходится шлепать друг друга рыбы, и это бесит. Буквально дать леща, короче говоря. Что ж, я уже привык к этим странностям, наверное.
Хорошо, у нас появилась семирыбка. Так, железный призыватель. Супер. Супер классно, здорово, балдежно, замечательно. Так, ну давайте перескать кого-нибудь с железной рыбешкой. Есть кто-то здесь? Вот, так, у него есть рыба, но явно не железная уже, кстати говоря. Пойти поискать. Как у вас здесь шумно, капец, конечно. Так, железная рыбка, железная. У меня есть железная рыба, вот такого цвета должна быть. Нет, это тоже явно не так. Уже. О, дружище, у тебя, кажется, железная рыба, ну-ка. Мемотару. Мемотару. Хорошо. Ну-ка, давай-ка я тебе сейчас леща пропишу, подожди. О, местный повар рвется в бой, замурчательно. Так, не морское, не составное и не синее. X3, 3, 1 раунд. Ну, давайте посмотрим. Так, у меня там что-то в ящике, по идее, валялось. Где ящик? А ящик здесь стоит. Что-то в ящике валялось, но там, скорее всего, и морское, и составное, и все вот это вот. Так, ну то есть рыба отменяется сразу же, да? Не составное, то есть всякие вот эти тесты и прочие хреновины отменяются. Но мы с вами можем использовать. И главное, чтобы было меньше синего. Надо домой ехать, короче, за ингредиентами, понятное дело. В принципе, мы с вами можем использовать дороже яблоки. Ладно, сейчас посмотрим, что-нибудь придумаем. Так, давайте смотреть, значит, что у нас с вами здесь есть. Во-первых, сейчас у паучка тут заберем штучку. Оп, она нам дает сама по себе чего? Меньше синего, конечно, желательно бы. Потому что там x минус 3, извините, на секундочку, получается. Блин, здесь нифига синего получается. Не хотелось бы, конечно. Сама по себе она дает, да, много, многовато. Так, ну ладно, сейчас мы с вами будем... Там молоко у нас, кстати, множитель молока был, точно помню, на желтое был множитель, поэтому, в принципе, молоко можно даже попробовать использовать, смотря, конечно, с чем оно там сочетается у нас. Оно сочетается с горным и растительным, кстати говоря, что, в общем-то, не так-то уж и плохо. Горное и растительное у нас мандрагорка была горная и растительная. А, нет, горная со звездочкой была, да? Здесь через морской не особо нам подходит. Так, еще вот крыска дает множитель, кстати, на красное. Ну, можно через красное пойти, главное не через синее, да? Главное не через синее. Морского вообще лезть не буду, тогда получается без рыбы обойдемся. Вот здесь, кстати, у нас еще есть бревна есть. Которые, к слову, дают... А, ну тут синего тоже, да? Блин. Ну тогда, скорее всего, нет. Тогда точно не это. Так, вот это нам с вами что давало? Плюс 20 красного. Так, и мы с вами видели... Так, ну возьму пока, посмотрим. Один раунд у нас с вами будет. Сейчас прикинем, что к чему. Если идем через красный, то надо соус, соответственно, да, делать. Какой-то красненький есть у нас чем-нибудь. Чем-нибудь есть. А, ну вот, марканес есть, кстати. Ну, пожалуйста, дает нам мясо пангуна. Просто плюс 30, если на первым положим, да? Так, а еще у нас здесь составные. А, составные нельзя использовать, там тоже дебаф будет на это. Поэтому здесь нам с вами вообще ничего не пригодится. Ладно, сюда даже не смотрим, когда получается. Мы с вами сейчас еще к единорогам заедем, давайте. Так, что у нас здесь? X3, если через рыбу, но через рыбу нам не катит, да? Да и, в принципе, плюс 27 синего нам с вами не нужно, в принципе-то, как бы. Ладно, тогда, наверное, не будем это использовать. Так, а мясо что дает там у тебя? Мясо красное множитель дает 2,2, кстати говоря, да? Ну вот неплохо, на самом деле. Давайте-ка возьмем. Так, ну я думаю, что вот из этого что-нибудь мы с вами придумаем. Значит, если у нас с вами есть, допустим, яблоко, которое дает 6. Или что у нас здесь должно быть? Да, нам обязательно горы и растительное что-то такое, да? То есть это мы с вами сможем, конечно, использовать, но бонусом от этого не получим никакого. А, ну мы можем закинуть поучинить, правда здесь, блин, 11. Там x3, да, получается, минус 33 будет. Минус 33, то есть паучья нить у нас, грубо говоря, в ноль выйдет просто сама по себе. Так. Тогда, наверное, не... на пустое тоже лучше единорожку не класть, потому что у нас с вами будет плюс 18 синего, это нам тоже не надо. Нам нужно... Ну, можно яблоко использовать. Используем яблоко, допустим. Используем яблочко. Которое, блин, нас вообще в минус, получается, выведет. И толку нам от этого вот x2. Ну, хотя, конечно... Так, сейчас что-нибудь... А, ну вот, мы можем сами мясо пангуна запихнуть, да? На пустое, допустим. Мясо пангунчика запустим. Тогда, в принципе, не обязательно яблоко использовать. У нас с вами помидоры еще, помню, красные были, да? Из такого, из овощей. Плюс 5. Так, да, вот здесь поменьше даже. Слушайте, да-да-да, помидоры лучше подают нам с вами. Помидоры подойдут явно лучше. Давайте соберем помидорчиков.
урожайчик вместо яблока тогда. Ну, в общем, наверное, сделаем так. Мясо пангуна, помидорчик закидываем потом еще, потом соуса и, собственно, закидываем единорожий бекон вот так вот. Получается, и мы с вами получим еще множественное красное. Много красного, мало синего и просто ароматное сделаем. Морского нет, составного нет, то, что надо, по идее. Так, друг, я пришел, готов. Да-д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 а, ага, погнали. Ну что ж, начнется Нильгийская лига, получается. Смаг против Мео Мотору. Мотора, точнее, ну неважно. Так, ну что, давай, кто там судить сейчас будет? А, ну ты, понятно. Нифига, он что-то другое говорит? И на другом, это самое, в смысле, ну, голос другой. На своем, на урочном там что-то пробубнил. Так, ну смотрим, давайте, значит, через красное идем, кидаем мясо пангунчика. Поехали. Мясо пангунчика, аромат побольше тоже сделаем, так чисто, знаете, чтоб... Ну, хотя я сомневаюсь, что будет много аромата делать, особенно на первой стадии турнира этого. Но я немножко сейчас здесь побольше пытаюсь сделать. Так, мясо закинули, хорошо, дальше кидаем с вами помидорчик. Чисто аромата для, да? Кидаем помидорчик, потом с вами соус, а потом... Все верно? Да, все верно, хорошо. Помидорчик, пожалуйста, давайте сюда тоже. Так, ароматика можно вытравить уже чуть-чуть? Знаете, я думаю, что и 15 хватит на самом деле. Ну да ладно. Так, теперь мы с вами соуса заливаем вот этого прекрасного, шикарного. Так, забираем еще красного. Сейчас немножко хорошего получим. Тихо-тихо, не горим, не подгораем. Так, отлично. И получается, завершаем мы с вами единорожим беконом. Угу, докидываем сейчас чуть-чуть аромата получится. Давай немножко добьем. До 20 хотя бы, ага. Все, супер, 25 даже получилось. Ну, вот такое вот блюдо, я думаю, что вполне себе отлично. Особенно для первого раунда. Готово. Десятку он сделал, кстати, так, ничего себе. Даже не нолик. Внезапно. Ну, слушайте, выглядит неплохо. 166 красного. Минус 60, о нет, как много. Блин, что-то многовато, конечно, получилось. Синего все равно в итоге. Ну ладно, посмотри, что у него сейчас будет. Ух ты, нифига, он тут варганил-то, смотрите. Блин, сейчас еще проиграем ему. 47. А, фуф. Фуф. Фуф, минус 63 у него было, хорошо. Отлично. Ну, первая победа за нами. Найс. Похоже, у вас людей тоже немало фокусов в запасе. Ну так, иногда случается, конечно. Ладно, так первый победили, давайте еще искать. С этими рыбехами. Кого-нибудь здесь есть, возможно. Так, у тебя что, тут есть что-нибудь? Нет, ты просто, походу, откисаешь. Что это? Пинбол? Нифига себе. Так, вот эта рыба какая? Такая? Да вроде. Ну, давайте спросим. А, слишком понял, не такая, значит, ладно. Так, у тебя точно не такая. Блин, а где еще-то? Может быть, с другой стороны? Давайте поищем. Да, мне сумка не нужна твоя сейчас. Поехали. Так, ребятки, а у вас такая или не такая? Ну-ка. О, вызов прекрасный, научусь сражаться, получу опыт и стану звездой. Понагород. Не горная, собственно, не со звездочками, не растительная и не красная, чтобы было. Раунд один будет. Спасибо большое за информацию. Нет, подожди, я пока не готов, пойду смотреть, что у меня есть. Зато здесь можно через морское пойти, да? Чисто вот через рыбёх. Но главное, не красное. Не красное, чтобы было меньше красного. Так, ну, допустим, песчаного рыбоёж можно использовать вообще запросто. Звездочка нам не пойдет, за звездочку тоже дебаф, поэтому картошка отпадает. Составное можно использовать, но здесь бесполезно, потому что будет без звездочки. Та-та-та-та-та. Надо что-то прикинуть. Так, и еще здесь и гора, ну тоже не пойдет. Тоже не пойдет, конечно. Так, ладно, давайте-ка домой сбегаем. Ну, в принципе, можно поучу... А, блин, звездочка надает. И здесь звездочка. Блин.
Здесь тоже. Но здесь можно либо на пусторе свою пасту закинуть, да, тогда будет через синее, как бы получается. Либо можно, допустим, сурими через морское, что-то будет на желтый бонус. Добавочное. Так. Так, красное нам не надо. Розовое тесто со звездочкой нам не надо. Ну, короче, подходит-то у нас, по идее, только вот эти вот вещи, да? Чтобы без дебафов. Да, везде звездочки остальных есть. Короче, либо здесь составное вот из этого что-то использовать. Я, наверное, склоняюсь даже к рисовой пасти тогда в таком случае, чтобы на пустое кинуть было больше синего. У нас с вами главное... И красного, самое главное, что очень мало в пасти. Так, ну допустим. Тогда мы с вами, наверное, здесь через синее и пойдем, да? Рыба просто это такой доп-компонент. Можно использовать, в принципе, возможно, какую-то другую даже, чтобы... Ну, у нас здесь красного мало вообще-то в песчаной рыбе и еже. Угу. А, блин, стоп, растительное тоже нельзя жить. Так, а там было растительное, да? То есть нам опять нифига не подходит здесь. Растительное нам сами ведь тоже нельзя, правильно я тебя помню, да? Да, за растительное тоже дебаф. Да ёперный театр. Сейчас, ладно, тогда. Может, все-таки через рыбу пойдем. Так. А, ну не-не-не-не-не. Нам сами можно, да, получается, две вот эти вот только использовать. Все-таки, наверное, через желтые пойдем через сурими. 6, правда, красного здесь есть. Ну, что поделать, это множитель 1,9. Блин, это илистый угорь нужен, и краб нужен. Ну, краб, ладно, есть, а вот илистый угорь, я не уверен, честно говоря. Может быть, вообще обойдемся без этих вот штук? Чисто как-нибудь там на рыбе за счет желтого выйдем. Да, нам опять что-то как-то здесь прямо это самое... Прямо это, знаете, вот за шиворот лезут, так сказать, и говорят, нельзя это, нельзя то. Так, у нас место хоть и есть. Есть местечко, сейчас уберу лишнего тоже. Так, ну, сурими у меня есть, допустим, я беру это. Единственное, что с ним тоже подходит. Из всего этого добра, да? Ну, либо фарш, но там фарш на красный, я так понимаю, да. Либо на красный, либо на синий, но там нужен краб. Чтобы был. Но краб даст сам по себе мало. Короче, я думаю, что мы с вами через ежа пойдем, да. Много желтого. Соус нужен желтый, но есть сурими, и надо еще какой-то один ингредиентик добавить. Какой-то. Ну, какую-то рыбу опять еще одну ведем, потому что она нам подходит. Угу. Так, ну давайте посмотрим, что меньше всего красного дает. Так. Глубины краб много. Ну, в принципе, беклоп опять же. Так, красного очень много красного, очень много красного, очень много красного. Да, везде как-то как будто бы много красного на самом деле. Хоть использую, блин, вторую такую же песчаную рыбоёж. Просто чтобы добить поинты, да? Ну, давайте, наверное, так и используем. Что тут везде дохренище. Тут, конечно, тут там гора, нам не подходит. Это нам не подходит, к сожалению. Так, ну давайте я возьму тогда, наверное, рыбу. Сейчас еще соус желтенький возьмем какой-нибудь. У нас там один, точнее, плюс 20. Я думаю, такого хватит. Добра. Так, у нас, мне кажется, он даже есть готовый. Да. Ну то есть закинем просто две рыбы. Соус и... потом еще сурими добьем 1,9. Ну и нормально будет, в принципе. Красного, конечно, тоже будет получаться сколько-то. Но я думаю, основная масса перебьет все это дело. И будет нормально. Ну, мы на месте, давайте будем пробовать. Да, погнали. Покажем все, что способны. Угу. Я думаю, что вряд ли у него тоже будут дебафы. Скорее всего, вот, возможно, только минус x2 тоже он сделает на красном. Сколько-то, надеюсь. Думаю, что у нас, конечно, да, будет нормально, но посмотрим, что в итоге получится, короче говоря. Так, один раунд также, ну, сразу делаем тоже с вами, собственно, ароматное. Закидываем две рыбки, да, сразу можно закинуть их реально. Заливаем соусом, потом еще вот сюда. Ну, давайте сейчас, ладно, повытравляем немножечко ароматика из рыбок чуть-чуть, чтобы было. По крайней мере, прошлый товарищ закинул нехерово так. Аромат, ну как нехерово, у вас по сравнению с остальными, да, он хотя бы десятку сразу сделал. Так, ну я думаю, что у нас здесь будет довольно ароматно получаться. Но пока красного немного, потому что две рыбки, собственно, у них мало красного самих по себе, но остальных зато очень даже неплохо получается. Так, заливаем соус, 26 уже, в принципе, есть 26 аромата, я думаю, нам даже такого хватит, в принципе, чтобы быть первыми, главное, да?
Вот, ну там, может быть, даже до 30-ки дожмем с вами. Все, сейчас фигачим с Урими, получается. Оп. Отлично, давайте. Немножко аромата до 30, пожалуйста, сгоняйте. Все, собираем. Собираем все вкусняшки, оставшиеся из этого блюда. Так, ну вот такое вот у нас с вами прям супер морское блюдо получилось. Давайте подавать. Посмотрим, что он предоставит. Противопоставит, я даже сказал так, нам. Так, так. Что же по аромату получается? 10 тоже 10, ну ладно. Нормально, выглядит довольно-таки неплохо. Минус 24. Ну, не так уж и много. Так, плюс 51. И здесь плюс 150 еще. Окей, смотрим, что у него будет получаться. Давай, Мьяономото. Ну, кстати, тоже неплохо. Минус 12. Ну, нормально он сделал, кстати. Так, плюс... Ой, 80. Ну, это как? И 89 еще. И в итоге, фуф. Мы все равно здесь выиграли. Отлично. Та-дам. Так, Мьяономото, иди, тренируйся дальше. А мне нужно искать еще одного товарища. Товарища претендента на это. Спасибо за урок. Ух, нихера нам насыпало. Буду дальше учиться, чтобы сравняться с тобой. Да-да-да-да. Удачи тебе, так сказать, в твоих начинаниях. Так, у кого еще рыбина? Такая же, как у меня. Где ты тусуешься, друг? Где ты тусуешься? Давай искать тебя будем. Так, здесь... Нет, у тебя явно другая рыбина. У тебя такая же рыбина, да, как у меня? Амеон офис какой-то. Так, Амеон офис, или как на тебя? Давай. Что там у тебя? Моя первая битва. Мне тоже есть что показать из китайской кухни. Вкусов судей нету? Один раунд. Так. Подожди секундочку, я пойду за ингредиентами. У нас есть одно замечательное блюдо, которое мы с вами делали для ресторана. Я уже туда сбегал, посмотрел. Записал себе рецептик. Песчаный рыбоеж, паучья лапа в панировке, рисовая паста и спектральный соус. Там получилось 200 с лишним у нас с вами желтого только. И, короче, в общем, я думаю, с таким блюдом мы с вами должны выиграть. Так у нас проблема в том, что у нас нихера нету. Так, ладно, сейчас давайте с вами сделаем тогда. Просто хрен узнает, что он там. Хотя на первом раунде вряд ли надо так выеживаться сильно, честно говоря, по баллам. Но, так, паучье мясо и хреновина это у нас с вами есть. Нам нужно паучье мясо, паучье мясо как раз одно оставалось еще, кстати говоря. Сейчас сделаем. Так, рыбоеж и сразу получается нам с вами нужно макарохи сделать, да? Макарохи, по-моему, там тоже нужно что-то вот это вот и что-то еще было. И два яйца, блин, у нас яйца есть по пангуну или потратил все их уже? Так, может быть здесь есть, кстати говоря. Раз, два, отлично, прям как удачненько, слушайте. Замечательно, сейчас мы, короче, с вами сделаем. Рыбоеж точно еще была. На паучью лапку там точно мясо есть, так что сделаем нормально. Так, готово. Значит, рыбоеж, рыбоеж, рыбоеж. Да, отлично, иди сюда, полезай в корзиночку. Сейчас мы с вами за лапой, ну, за мясом. Получается, что, да? Так, последний как раз кусочек у нас с вами здесь есть. Я надеюсь, он один нужен, но не там, не два. Блин, я не уверен, честно говоря, сейчас посмотрим. Так, вот бы один. Угу. Паучья лапка. Ой, нам бы еще самим пожрать бы тоже, у нас все на максималочку. Блин, еще это блюдо бы тоже бы нам съесть, вообще много получили. Ну, ладно, обождет тогда это множитель. Сейчас мы с вами закончим с лигой, с этой, с первым этапом точнее. Может, там, глядишь, и хватит уже престижа нам забрать. Так, ну что, рисовая лапша, паучья лапка, песчаный рыбоеж и спектральный соус, да? Там, значит, нам нужен будет спектрофиль точно. Спектральный соус, спектрофиль и томатный соус нужен. Он вроде как у нас даже есть. Сейчас посмотрим. Угу, забираем, делаем спектральный соус тогда. Оп. Все, балдеж, ну погнали, выигрывать. Блин, или поесть все-таки сначала такое блюдо. У нас сами еще, если что, есть, да, рыба. Ну тут яйца будут, если что, еще рыбка есть. Есть, то есть ловить, в принципе, не надо. Но паучка, паучка мы с вами просто сделаем сразу и отправим его тогда на... Да, давайте, да, поедим, потому что сейчас все у нас забилось на максимум. Надо бы хорошее блюдо покушать. Ну давайте сейчас будем это супер блюдо делать, чисто чтобы покушать, а потом уже такое же, видимо, сделаем, чтобы выиграть. Там. Так, ну что, начинаем мы с вами с песчаной рыбки. Да. Потом мы с вами закидываем, допустим, да, без разницы, повыше лапу можно закинуть. Да, закинем обязательно так, потом закидываем мы с вами рисовую пасту и в конце соусом заливаем, поехали. Сейчас нам с вами главное много-много-много поинтов получить. Всевозможные, так сказать. Так, закидываем паучью лапку, например, да, получаем бонусы сразу. Еще неплохие дополнительные, скажем так. О, это то, что надо.
то, что надо. Так, оп, забираем все. Далее мы с ним закидываем пасту. Нет, мы с ним заливаем соус, естественно. А потом там что множество идет. Будет круто. Так, уже больше сотки, там еще нехилое такое множество будет. Ну, короче, вот то на то и получается. Ну, теперь пасту с ним закидываем. Бабах. 200, ну вот и оно, да. Те самые циферки, так сказать. Сейчас тут выберем уж все до единого, так сказать, все до конца, до последней капельки вкуса. Чтобы все эти поинты забрать себе в уровне. Ну и такое же блюдо, соответственно, мы с вами подадим. На этом состязании. Тан-та-дам! Угу, готово, отлично. Очень хорошее блюдо, чтобы скушать. Давай. Наверни как следует. И прокачай уровни. Так, вот сейчас последний будет. Бам! Найс. Узнали про эфирные кацубуси, которые, блин, никогда в жизни не сделаем, потому что там, капец, нужно рыбу ловить. Определенного вида еще. В чем, собственно, самая проблема, да? Так, ладно, поели хорошо, узнали про кацубуси, 46 уровень апнули, но теперь надо нам с вами паучка эти, так сказать, заморить. А для этого нам с вами нужно что, правильно? Для этого нам с вами нужны яйца, насколько я помню. Во-первых, у нас с вами что, правильно? Нету нихера. Поэтому надо делать что? Ждать? А, нет, яйца, кстати, есть, но их не хватит. Там нужно, извините меня, сколько, простите, секундочку, на одну такую штуку надо только два яйца. А нам, чтобы сделать призыватель... А мы можем купить, ну у нас 1300 денег, тоже нихера нету. Две. Ну, либо реально купить. Сколько он стоит? По-моему, стоил он очень дорого довольно-таки. Ну, мы с вами можем попродавать вот этого добра. Кстати говоря, реально. Отдать можем. Мы с вами можем еще единороже какахи отдать. На маяк, если там сейчас надо будет, конечно. 5 штучек. Так. Дерево. Дерево, если успеем, правда, сейчас уже время, вечер. Давайте сейчас порубим немножко. Два дерева буквально. Так, и блюдо еще мы с вами можем тоже отдать. Окей, 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 окей. Давай, поехали. Сейчас, может, успеем все сделать. А, нет, 5 вечера уже здесь нету его. Ну ладно, хрен с ним. Так, ты у нас хочешь блюдо сейчас? Угу. Так не шейзи, чего все разбежались-то куда-то? Ну, судя по всему, с вами дадим сейчас только плоды, возможно. И этого уже здесь нету. Блин, а чувак, где они все в понедельник-то? Еще 6 вечера даже нету. Жуть какая. Ну ладно. Давайте сразу сюда сейчас пойдем. Может, хотя бы здесь возьмут плоды, так сказать. Так, это с нас деньги требует, не буду ничего делать. Так, привет, тебе нужны плоды? Сейчас, на. Надо? А, круто. И запас, если куплю слишком много, испорт... Блин. Везде облом какой-то. Так, сколько там у вас, говоришь, эта штука стоит? Купить что-нибудь. Сколько она стоит? 3000. Ладно, продано, давай. И 3000, нам нужен паучок. Ну что, мистер Паучок, сейчас у вас на пару секунд буквально появится новый друг. Ну, только на пару секунд. Знаете? Так, ты, мистер Паучок, иди за мной. А ты давай кушай и приноси нам штуки. Хотя у нас так дофига сейчас на самом деле. Да. Приходи давай. Иди сюда. Вот сюда, пожалуйста, заходи. Вот сюда, оп, все, молодец. Так. Да, ты не переживаешь, нормально. Вот там опять молока накидали нам, жесть. Так, паучье мясо. Хорошо, это мы с вами сможем сделать паучьи лапки. Которые собираются. Еда, блин, кончилась. Это, конечно, не очень хорошо. Не очень хорошо. Ну, ладно. Сейчас будем с этим разбираться. Так, нам нужно вообще-то всего лишь одно. Мясо наставить. Так, окей, идем дальше. Еда для коров. Да? Еда для коров делаем. Делаем, конечно же. Делается у нас из морковок и вроде как, да, из этого... Из помидорчиков. Насколько я помню. Делаем теперь тесто. Тесто у нас тоже из морковки. А, у нас тесто есть. Окей, есть и есть. Хорошо, значит. Так, делаем тесто. В смысле, вот эту вот паучью лапку делаем. Так, рыбоеж, паучья лапка и рисовая штука, да? И рисовая штука. У нас как раз есть яйца для этого. Так, хорошо, рисовая штука. Паучья лапка, рыба-ёж и соусец. Так, рыба-ёж.
соуса у нас нет, но это не беда. Мы с вами сейчас его сделаем. Только спектрофиль нужно взять. Спектрофиль возьмем сейчас и забахаем тот самый соус. Но я думаю, что с такими точностями выиграем. Должны, по идее. Должны. Все, поехали туда. Ну что, погнали, друг? Погнали состязаться. Давай, у нас тут есть... Так, в смысле вкус и судьи? Подождите, поменялись они, что ли? Там же не было ничего. Блин, а вдруг поменялись? Я сомневаюсь, что они должны поменяться. Тут какой-то знак вопроса есть. У нас просто контракт кончился, да? Ладно, рискнем давайте. Давайте рискнем. Если что-то неподходящее, то просто сдадимся, чтобы не тратить ингредиенты. Вот и все. Так, поехали. Если вдруг что-то неподходящее, просто сдаемся сразу, и чтобы не тратить ингредиенты, приходим в следующий раз, когда узнаем опять здесь, что у нас должно быть. Так, судья, да, все, нормально, осталось так же, отлично. Игра решила нас запутать. Бу-бу-бу-бу-бу. Бу-бу-бу-бу. Угу. Ну давай. Сейчас я как сделаю суперблюдо. Так, значит, щегла не припутать еще. Рыбу кидаем, да, аромат немножко вытравляем побольше тоже. Значит, у нас идет рыба, у нас идет паучья хрень. Тогда сразу рыба, короче. Бах, теперь паучью хрень. Сейчас вот отсюда аромат немножко своим. Аромата немножко и... Так, не горим, правда, не горим, да, не горим. Забираем все и не горим, пожалуйста. Уже аромата очень много, я думаю, что нам с вами хватит такого количества. Поэтому сделает больше. Так, теперь мы с вами заливаем это соусом все, естественно. Вкуснейшим, ароматнейшим. Всем вот этим вот. Так. Отлично, отлично, отлично. И теперь мы с вами добавляем сюда рисовую пасту еще в конце. Супер. Бах. Вот оно, вот оно. Чувствую, как побеждаем. Сейчас бахнем, там просто что-то невероятное будет. Да вряд ли, это, блин, первый раунд, не должно быть ничего такого. Я думаю, что с таким блюдом мы с вами, блин, и во втором бы раунде победили бы. Ну, во втором круге, я имею в виду, там. Следующий, так сказать, уровень. Ну, посмотрим, что в итоге выйдет на самом деле. Десятка, ну, стандартно, короче, десятка, понятно. Да не трясись ты, смак. О, какая, видал, красотень. Так бы съел. Ну, 36, ладно, 87, ого. И вот сейчас самое-самое, 276, бам. 399. Класс. Ну что, Амион Офис. Что это такое вообще, что это такое? Ни хера себе. 63 такое себе. Домой. Амион Офис. Поздно. Поздно. Захотел нам дебафчик подкинуть. Но немножко проворонил, конечно. Момент с тем, что нужно было аромата было делать больше. Победка, все, первый круг мы с вами тоже прошли. Надо сейчас пойти за второй рыбой. Ого, ну и сурово же этот орк. Пожалуй, лучше придержу свою стрипню для себя. Это точно, друг, это точно. Так, погнали мы с вами сейчас. Возьмем новую рыбу сразу. Че скажешь, мы прошли. Давай нам новую рыбу. Ты победил трех соперников железного ранга и заслужил пропуск на бронзовый уровень. Ненавижу, когда такое происходит. Держи. А ты много чего ненавидишь? Зачем вообще стал критиком? Похоже, эта профессия дается тебе тяжело. Я ненавижу только плохое, дружище, потому что я считаю, что от воров в этом мире, в этом городе мы заслуживаем лучшего. Заслуживаем? Да, каждая ошибка — это знак неуважения, поэтому они заслуживают ненависти. И чем же ты заслужил это уважение? Для начала платы за еду. Всего ты платишь за еду, а я плачу за участие в соревнованиях. Ну, не я плачу, клиенты. Это же ты здесь все ненавидишь. Потому что я воплощение этих клиентов, я должен передать их коллективный гнев. Понятно, воплощение ненависти. Негодование, это совсем другое. Ладно, хватит болтать, у меня есть бронзовая рыба. Иди и займись делом. Такс, ну ладно. Бронзовая рыба — это хорошо, конечно. Это замечательно, но меня прям интересует... Вот я сейчас вангую, нам не хватит одного поинта, да, до 50. У нас будет 49, чем-то такое. Ну, сейчас мы с вами выясним, что же в итоге-то будет. Давайте посидим за столом. Сколько у нас с вами будет поинтов? 49, как я и говорил, да.
Ну, собственно, из побочек у нас именно и осталось, что только лиги сплошные, и еще, кстати, принести образцы. Это, видимо, тот самый образец, который у нас с вами вот что-то там можно крафтить из чего-то. Блин, в лес, что ли, пойти поискать его? Давайте пробегусь, наверное, может, что найду реально там еще где-нибудь там. Так, ну мы с вами сейчас пойдем в эту сторону, наверное, куда-нибудь. Там храм у нас был, да, где-то в этой стороне, вроде как. Если вот идти куда-то, куда-то, вот сюда, вот этот туман. Так, ну я хотя бы храм опять нашел, блин, жесть. Я вообще сначала думал, что с другой стороны, оказалось, что немножко в другую сторону надо было. Так, ну храм-то ладно, нам что-то сделать-то с вами нечего. Мы с вами все, что надо, уже сделали. То есть, мы с вами еще не были, получается, наверное, вот в этой части. Хотя мы с вами как раз-таки храм нашли туда, по этой стрелке, вроде бы. Ох-ох-ох-ох-ох, ладно, сейчас. Ну, побегаю еще немножко по лесу, хрен знает, может, найду где-нибудь что-нибудь. Так, вот здесь что-то сверху еще как будто бы есть. Здесь тупик есть, в котором ничего нет. Ладно, давайте немножко ниже спустимся. Может, это здесь вообще, может, и не здесь. Ну, давайте сейчас вниз пробежимся, посмотрим, что там у нас происходит. Ну, не, нас уже в обратную зону выкинуло. Здесь тоже тупик, в котором ничего нету. Окей. Так. А вот этот кристалл, я не помню, видели его или нет. Часть снизу, давайте посмотрим. А, ничего, понял. Так, ну допустим, сюда пойдем. И как же время здесь в этом лесу летит, просто жесть, ты ходишь, и уже вечер опять. Да не, мы опять с вами прибежали куда-то в обратную сторону, не туда, мне кажется, куда надо. Окей. Не, ну это, конечно, забавно. Короче говоря, вот здесь, да? Где у нас как раз, тут мы с вами видели еще в прошлый раз указатель к этому храму. Здесь, оказывается, тропинка. То есть, хрен его знает, тут везде такие есть залысины с травой, да, и как бы... Тут, оказывается, тропинка есть. Можно пройти в эту сторону. Что ж, хорошо. Опа. Какой-то водопад. А, ну вот яйцо, окаменело яйцо. Так, и, видимо, Инфинигон ждет именно это яйцо. Ладно, да, вот хорошо, хорошо. А сюда можно еще пройти дальше куда-нибудь? Нет, нельзя, только сюда. Ну что ж, вот такая вот тропинка, да, здесь есть, которую как бы не сразу-то и заметишь. Я вот сейчас надеюсь только на одно, что мы с вами дадим это яйцо, нам, видимо, выдадут еще одно животное, да, которое мы с вами, ну, разместим вот здесь, например, вот место, в принципе, есть. Что корм не будет там, знаете, делаться из мяса, блин, единорога, нам мясо паука, что-нибудь такое, просто какие-нибудь, не знаю, фрукты. Ну, скорее всего, наверное, будет не так. Ну уж понадеяться-то можно немножко. Ладно, сейчас мы с вами все узнаем, сейчас все выясним. Так, 8 утра, надо подождать часик еще, давайте подождем. Посидим здесь на скамеечке рядышком, во, все, и сейчас будем... А давайте находку нашу. Так, здорово, чуваки, я тут вам кое-что принес. Во, смотри-ка. Пахнет дождем после засухи. Окей. Так, это же ему отдавать, да, вроде надо было. Блин, что это? Я надеялся, ты мне подскажешь. Я понятия не имею, похоже на яйцо, но окаменелое. Только не говори, что это яйцо Гомеры. Кого? Вымершего животного, исчезнувшего столетия назад. Все, что мне удалось найти, это панцирь. Оно было опасным? Нет, оно питалось только растениями. Но, ой, надеюсь, так и будет. Типа там яблочками какими-нибудь, знаете, что-нибудь такое. Но по нашим данным, похоже, пришла пора проверить, насколько мы были правы. Так, призыватель Гомер. Кормушка. Ой, какое-то дерево, нифига себе. Хватопризыватель, жертвозаменитель сможешь купить у Валорики наверху. Посмотрим, получится ли. Так. Что ж, полагаю, у нас уже достаточно редких образцов. Что скажешь, Пилиус? Я полностью согласен. Установление древнего вида и возможность получить единорогов из ниоткуда полностью оправдали ресурсы, затраченные на этот проект. Смак успешно прошел испытание. Тогда это все, что нам нужно. Поздравляю, Смак, теперь ты прото-вертекс. Добро пожаловать в команду. Значит, Джала перестанет звать меня попрыгуном? Только после того, как примешь императив. И когда это случится? Когда тебе предложат стать полноценным магом, именно тогда ты решишь, хочешь ли стать одним из нас. Видим. Пока же мы только... Пока же то только ты прото-вертекс. Это даст свои преимущества, но и наделяет некоторыми обязанностями. Ну, форму-то я сейчас получу. Совершенно не протокол, но ты можешь взять пару мантий из тех, что никто не носит. Чудно. И все же я бы не советовал носить мантию, пока ты не маг. Почему? Думаете, я могу превысить свои полномочия с ее помощью? Нет, но если кто-то решит бросить в тебя камень или гнилое яблоко, ты не сможешь отразить их магическим барьером.
вас часто бросают камни? В основном после того, как наше руководство принимает плохие решения. Может, тогда вы будете меня предупреждать, если это случится? Поверь, если наверху примут плохое решение, ты будешь знать, и камни в твою сторону будут наименьшей из проблем. У тебя плохо получается мотивировать новых работников, да? Погоди, сам увидишь, когда тебе дадут предкровение. Что это? Информация, с которой тебе стоит ознакомиться, прежде чем ты сможешь дать по-настоящему информированное согласие с императивом и всем, что он подразумевает. Но это будет еще не скоро, и никто не собирается тебя ни к чему принуждать. А пока прими нашу благодарность и эту форму. Ох, теперь мне кажется, что это не только красивая мантия. Что ж, по крайней мере, ты это понял. Но все в порядке, просто постарайся не вливать в неприятности. Поверьте, я действительно бы хотел дать такое обещание. Ну да, точно, наверное, тебя такого ждать бесполезно. Впрочем, именно поэтому ты здесь и оказался. Просто не разгуливай по городу, изображая из себя мага, и не выступай от лица Инфинигона, ладно? Думаю, с этим я справлюсь. Замечательно, тогда добро пожаловать в команду. Мы редко принимаем новичков в свои ряды, так что можешь собой гордиться. Кстати, теперь ты также будешь находиться в приоритете при эвакуации и получишь защиту во время природных катастроф, войн и других экстренных ситуаций. Помни об этом на случай, если что-то случится. Это приятно слышать, если какие-нибудь преимущества политического или законодательного характера или льготы по международным законам. Только полноправные члены Финигона получают подобное, но у них свои соглашения с каждым из правительств. А почему ты интересуешься? Да просто так, интересно, просто интересно. Пожалуй, я отправлюсь праздновать. Удачно тебе повеселиться. Так, ну ладненько, ладненько, ладненько. Еще один костюмчик мы с вами получили. Класс, сколько же эта штука стоит? Купить что-нибудь. 10 тысяч, ёп тудей. Так, нам с вами кормушка нужна. Да? Ну, видимо, да. Кормушка единорогов, кормушка, кормушка пауков, кормушка, кормушка. Ну, 1000-то ладно, 1000 купим. Так, купили, все. А нам дали халявную штуку одну? Да, нам дали одну халявную штуку, найс. Так, сейчас момент истины. Из чего же делается корм? Пам-пам-пам. Паучи паутничий. Единорожие яблоки. Так. Ну ладно, ладно, это хотя бы не мясо единорога. Единорожие яблоки нормальная тема. Этих товарищей мы кормить с вами можем спокойно, поэтому, в общем-то, ладно. Яблоки есть, паучи тоже довольно много у нас пока что. Окей. Блин, уже есть. Но они, конечно, здесь и сделали. Тут нифига не построишь, да, и здесь не построишь. Ну ладно, надо будет. Ой, это что значит? Господи, почему здесь нету? Ну, строить вроде можно, ладно. Хорошо. Так, ну ладно, здесь загончик вроде построили. Сейчас давайте мы сами штукенцы еще посмотрим, что там не строится. 4 качественные древесины. Паучьи нити, 5 качественные древесины. Так, ну ладно, это, в принципе, можно замутить. Так, паутинка, паутинка. Качественная древесинка. У нас, по-моему, сейчас обычный древесин. Хотя у нас там кое-что было. Подождите-ка, кое-что было. Здесь в закромах, так сказать, немножечко. Маловато, конечно, все не хватит, само собой, но... Сейчас сколько-то сделаем. 4 штуки, да? Надо еще, конечно, делать. А, обычное дерево надо. Пойдем сейчас пилить. У нас тут, благо, еще вокруг везде все растет. Поэтому сейчас сделаем. Ну что ж, давайте. Сейчас вроде как должно хватить на что-то. А, 4 здесь, а здесь сколько? 5. Блин, 9 надо, ну ладно. Нормас, сейчас с призывательствами строим тогда. Ой, ядри, чё такой здоровенный-то? Охренеть. Какого же размера эти... Йо, а я тут построил обычно 3 на 3, как везде строили. Так, ну видимо немножко по размашности нужно будет построить. Ну вот еще дерево, значит, надо, короче, окей, поехали рубить дальше. Так, ну ладно, я здесь, собственно, построил вот такое вот загонище буквально. Давайте мы хоть что-то с вами поставим здесь, хоть прикинем, как оно вообще будет. Так. Ну, ладно, сейчас хотя помещается, надо тоже как-то туда максимально тихо, спокойно. Вот так, опа. Это, видимо, черепахи сейчас здоровенные будут. Так, а кормушку надо еще разместить. Кормушка. Это фейковое дерево, это будет хотя бы... Престиж +2! Найс, класс. Спасибо большое, игра, спасибо. Так, ну фейковое дерево, это, конечно, хорошо, да. Ну, давайте поставим здесь. Так, и что они будут с ним делать? Кормушка, кормушка. Надо будет сейчас что-то придумать. Давайте сначала еды сделаем для них, а потом уже... Потом уже все остальное. Так, ладно. Там надо было что-то эти...
какахи, да, еще что-то. Я и паучинки, по-моему. Нифига, вот насрали нормально, молодцы, продолжать в том же духе. Так, с вами сейчас с собой было еще какая-то часть. Ну, короче, сейчас наберем, наделаем сразу побольше. Но все равно это одна штука будет. Ой, там есть тоже. Ого, нифига там у вас валяется. Так, 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 так. Что-то прям расщедрились, они тут навалили тоже. Прям расщедрились наши животные. Ну, правильно, правильно, так бы всегда. Так куда стоять? Что стоять? Гребаный попугай. На место. Куда ушел? И сюда. Давай, заходи. Сюда, 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 сюда. Все, стой здесь. Не ходи. Да не ходи. Ну, так и норовят сбежать. Глаз да глаз за ними. Так, ладно, это я выложу пока. Все, погнали за паутинками тогда. Может, он там тоже нам накидал что-нибудь, наш паучок новенький. Еще. А куда? Все, что ли, от голода отъехал? Да в смысле? Блин. Да у него же даже над головой не было, по-моему, значка этого красного. Че за отстой? Ну вот, минус паук. Ну ладно, надо будет нового паука делать. Я вам вспомню, пока сами сейчас хватает всего, конечно. В общем-то... Наверное, даже так. Ладно, сейчас мы сами возьмем паучинок. Наделаем корма. Тогда для наших новых зверюшек. Одна будет там потихонечку тусоваться. Так. И вот оно. На какое-то время хватит. На какое-то время хватит. Так, как это вообще будет выглядеть интересно? Ну-ка. Вот кормушка. И чё? А, с этой стороны показываются. Так, так, надо развернуть, наверное. Во, да, вот так пускай будет. Так, что-то прям такое супер здоровенное будет, что он будет туда тянуться за этими якобы штуками. Ну ладно, сейчас посмотрим. Так. Слышь, дратва, подожди. Дай-ка. Выйди-ка отсюда, давай нафиг. Здесь пока постой, потусуйся. Ну что, призываем. Это нечто. Ой-ой. Ядрич, чё это такое? Что за нахрен черепаха-переросток с длиннющей шеей? Охренеть. Капец. Капец. Ну иди жри. Иди кушай его на с дерева. Ты же сможешь здесь пройти? Да-да-да-да-да, пошла. Так. Ты чё-то как-то... Ну ладно, допустим. Главное, что кушает. Главное, что кушает. Жесть. Вот это, конечно, я понимаю. Ну, блин, конечно, зверюга капец. Супер огромный. После всех этих, знаете, мелких, это прям ультра какой-то огромный выглядит. Ну ладно, все, пускай там тусуется, кушает. Что она там, интересно, нам будет псы панцири откладывать или что? Чешуйки какие-нибудь, не знаю. Ну, в общем, посмотрим. Да уж, да уж. Ну что, друзья, ладненько, мы с вами на сегодня будем потихонечку заканчивать. У нас там вообще каким-то чудом накопилось 51 престижа. Пойдем потом с вами посмотрим обязательно, что там можно будет сделать по этому поводу. Вот, ну и посмотрим, что нас с вами будет дальше ждать. Вангу еще больше престижа нужно будет фармить. Все, на сегодня все. Спасибо за просмотр. Не забывайте комментировать, нажимать на колокольчики. Как всегда, увидимся. До скорого. Пока-пока.